Добрый день, уважаемые трейдеры! Возможно, кто-то из вас впервые попал в мир трейдинга, но всех нас объединяет одно – успешная торговля на финансовых рынках. Меня зовут Сергей Багрий. Я представляю компанию Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Свой первый шаг в мир трейдинга я сделал в 2008 году, после чего прошел обучение по торговле на рынке Форекс. Я сразу же решил закрепить полученные знания на практике. Я не могу понять, почему на демо-счете все получалось, а на реальном счете никак не получается. В итоге баланс моего счета составлял $333.33. Эта цифра запомнилась навсегда. Именно с этой цифры мне удалось заработать больше всего – $10 000. Вот так я стал трейдером. В своей торговле я использую как внутридневные торговые стратегии, так и долгосрочные торговые стратегии. Но тренда старого и надежного друга я не меняю.